Актуальная информация о подорожании углеводородного топлива для транспорта. Это важный показатель, влияющий на стоимость многих товаров и услуг. Как сообщает один из телеканалов нашего медиахолдинга «Панорама ТВ», по данным Тверстата, в Тверской области за год подорожали все виды топлива, кроме газового, моторного. Оно значительно упало в цене, более чем на 40%. Самое большое подорожание демонстрирует дизельное топливо. Его цена с декабря 2021 года по декабрь 2022 увеличилась на 10% до 57 рублей 86 копеек за литр. Бензин в среднем подорожал на 2,2%, в том числе АИ-92 достиг стоимости 47 рублей 5 копеек за литр. Бензин АИ-95 в среднем стоит 50 рублей 8 копеек за литр. АИ-98 подорожал на 6% до 62 рублей и 7 копеек за литр. Газовое моторное топливо в декабре 2022 года в регионе продавали по 18 рублей 4 копейки за литр. Среди 18 регионов ЦФО Тверская область по ценам на бензин заняла 9 место. При этом по бензину марки АИ-98 и дизельному топливу она в тройке регионов с самыми высокими ценами.